Дорогие друзья, желание у правительственной команды убрать Сухорукову из команды Ширшиной – это попытка ослабить сегодня позиции избранного, законно избранного, уважаемого мэра Петрозаводского городского округа Галины Ширшиной. И мы не позволим сегодня сделать профессионального, честного, жесткого руководителя в судебном процессе, зачитывая вердикт суда, судья, оглашая показания всех следователей со стороны и защиты обвинения, приводил те личные характеристики, которые назывались свидетелями в отношении Сухоруковой. Порядочный, честный, грамотный, жесткий руководитель, не идущий на уступки никому. И, наверное, это единственное и главное преступление Евгении Сухоруковой, что она не идет ни на какие уступки, а действует только жестко и строго по закону. Позвольте предоставить слово Валерию Поташову, журналисту, редактору онлайн-журнала «Черника».